«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Обзывать. Исемтару. Обзывать ученика. Укаусыга исемтару. Обзывать ученика. Укаусыга исемтару. Ученик из Уфы пожаловался радио Хабирову, что его обзывала учительница. Эфеле бер укаусы уга укатусыгынын исем такканын радио Хабировка айткен. Ученик из Уфы пожаловался радио Хабирову, что его обзывала учительница. Эфеле бер укаусы уга укатусыгынын исем такканын радио Хабировка айткен. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».